А сейчас покажу самую любимую закуску, которую можно приготовить за пару минут. Возьмите пачку слоеного теста, разверните его и разрежьте на полоски шириной примерно по 10 сантиметров. Сюда понадобится одна упаковка бекона. Она уже готовая, разрезанная. Разложите поверх теста на каждый кусочек. Люблю добавлять сыр. У меня вот такой тостерный. Я его разрезала наполовину и положила поверх бекона. И была под рукой пачка измельченной моцареллы. Теперь краешек теста поднимаю и складываю внахлёст, закручиваю вот таким образом и кладу на противень, застеленный пергаментом. Это такая идеальная закуска, что не требует больше никаких добавок. Форму я делаю разную и конвертиками складываю, в форме пиццы, ну а в этот раз готовлю крученые трубочки. В миску вбиваю яйцо, взбалтываю его, смазываю каждую трубочку и посыпаю поверх кунжутом. Или можно посыпать любыми измельченными орешками. Отправляю в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Вот и готово. Рекомендую попробовать.